Не бойся, не бойся, не бойся. Ой, Маша, 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 все хорошо, все Маша, хорошо. Маша. Холод, снег и угроза быть погребенными заживо. Беременная собака провалилась в трехметровую яму и уже не смогла выбраться. Там же родила семерых щенков. Когда зоозащитники вызволяли животных из заточения, стало понятно, что один малыш на грани жизни и смерти. Все семейство перевезли в гараж неравнодушного горожанина. У него лапки еще были черные, не шевелились, он звук такой издавал. Я их потрогал, они вообще холодные-холодные были. Александр согревал щенячье тельце в кармане собственной куртки. В какой-то момент маленькое сердечко забилось чаще. Щенок очень хотел жить. Сейчас он вместе с братьями, сестрами и мамой в полной безопасности. Александр в обиду их не даст, не тот характер. Уже много лет поддерживает центр помощи бездомным животным «Подари мне жизнь». У нас получается и мама ветеринарный фельдшер, я ветеринарный фельдшер по образованию. Ну, любим животных, как сказать. Вот это у нас такое. У меня дома много собак, там все бедненькие. Папа мне кличку еще в школе дал, так бедненький. Если со школы, то я щенком приду каким-то. В операции по спасению хвостатых участвовали и сотрудники службы отлова бездомных животных. Остаться в стороне от щенячьей беды не смогли. И не только в силу профессионального долга. Отнеслись к ситуации по-человечески. Холодно было, она еще вот так окружила и грела, грела, грела. И как вот Всевышний вот так сделал, что мы оказались вовремя. Пришли, спасли, помогли и привезли в теплый гараж. У нее даже взгляд, как будто она понимает сейчас. По глазам видно ее, она же вот... И она какая-то особенная, необычная собака. Как-то вот. У нее как будто энергетика такая вот. Ну, как-то, аж вот как-то не знаю, не могу объяснить словами. Вот так приятно аж как-то вот, как будто вот благодарность от собаки. Ну, чувствую я вот. Как только малыши окрепнут, им начнут подыскивать хозяев. Перейти щенков могут не только новоренгойцы. Волонтеры центра «Бездомным животным «Подари мне жизнь» сделают все возможное, чтобы привести хвостатых в любой город Ямала. Виктория Воронецкая, Павел Смаровоз, Роман Демьянов. Время Ямала. Новый Уренгой.